Братанчик, а перед началом хотел напомнить тебе, что у меня сейчас проходит конкурс на целых 15 мест, по бюджету там почти 20 миллионов, на трех популярных проектах, на которых мы играем, это Smotro Rage, Dom RP и CCD Planet, поэтому ссылочку на Telegram я оставлю в описании, там есть и все призы, и все условия, и все, что тебе нужно. Желаю удачи! Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Мой Дом РП, все как всегда. И как ты понял по названию, по приролику, это продолжение предыдущей серии, где мы должны были прикупить лучшую тачку для новичка на этом сервере. А если кто-то не смотрел предыдущую серию, то вот вам маленький прирол, что там было. Ну и ссылочка есть в описании. Постараемся прикупить нашу первую тачку. У меня уже 5-й левел, плюс у меня есть еще одна прокрутка колеса удачи. Наша цель — это Е30. Здесь ни одежды, ни XP. Заработай 20 тысяч рублей на работе механика. А пошел-ка ты нахуй, слышишь? Комфорт подъехала! Комфорт! Бугатти Дива! Беги! Угу. Блять, куда поехал, куда? Остановись, пожалуйста. Она хочет мне еще денег дать. Так, а деньги, нихуя себе. 212 тысяч у нас есть. И нам, в принципе, хватает на ту Е30, да. Именно в этой серии мы ее прикупим, затюним, ну и поговорим немножечко про нее. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его в меню F2 промокоды большими буквами Evan и получай 100 тысяч рублей после того, как отыграешь 10 часов. Ну что, ребят, начинаем с того момента, как я заработал деньги и отправился на авторынок. А дальше уже увидите по месту. Так, стоит наш Алинин гелик. Можно вот сюда и вот сюда. И пожалуйста, чтобы там что-то стояло по норм цене. Прикольно в том, что ни одной, ни второй Е30 здесь нет. А прошло всего лишь час где-то, да? Бля. Да ну нет. А куда? Две, ладно, одна. Две пропало. Бай, тогда или новую, или ждать пополнения. Так, ребята, я зашел на авторынок, здесь продавец Илья Крушонов продает Е30 за 198 тысяч, больше здесь нихера нет. Я вот думаю, покупать сегодня покупать. Внешка? Ну, вроде нормально, давайте посмотрим, что по внутрянке. Информация, несет компоненты, да. Нихера не установлено, автопилот нет, нихера нет. А ну, выйдем. Я вот думаю, покупать ее или нет, или уже похер, или пойти купить с автосалона. Да, на это нам денег не хватает. Все-таки я думаю, давайте пойдем купим новую тачку и не будем парить себе мозги. Ну что, ребят, наконец-то мы подъезжаем к Ашотику. И, пожалуйста, расчехли нам Е30. Или москвича все-таки. Е30, как она здесь называется? Бумер S3 Е30. 168 тысяч. По цвету, пожалуйста, нам... А, ничего себе, решетка здесь нет. Вот это черная, а вот основной... Давай голубой. 100... Или белый? Давай голубой. 168 тысяч. Чизас. Есть. Блять. Надеюсь, что банкомат... Ёбан-бобан. Блять, это в банк ехать. Ёб твою мать. Или с телефона, может. Чтобы вы, ребята, понимали на минуточку, вот здесь автосалон, а вот здесь оплачивать штраф. Еще раз, автосалон, оплачивать штраф. Мопед. Я надеюсь, мы приехали сюда, ведь здесь как-то пусто. Так, и нам надо найти NPC, да? Уф, смотрите, какие Audi, хоть я их не люблю, но что-то красивые. Так, полицейский, получить лицензию на покупку и ношение оружия. 100 тысяч, ебать. Нет, спасибо, такое нам не нужно. Сдать им. Еще нам деньги дадут? Продавать. А у меня есть бронежилет. 500 рублей? Нет, пусть будет. Полицейский, купить номерной знак, оплатить штраф. Ебать, у нас здесь штрафов. 5 тысяч штрафов. Охуеть. Только что я, кстати, на косарик последний получил еще. Здорово, толстый. Я опять здесь. Давай нам свою бумер. Вот этот. Вот такой вот. На базу. За 168 тысяч.
И я погнал. Посетите бизнес, посетите БУ рынок, посетите автомастерскую, полицейский участок, почините автомобиль с помощью механика, умейте автомобиль на автомойке, припарковать. Ну погнали. Конечно, 2000, ну блин, могли бы и 5 дать, нет? Я думаю, могли бы. Первый наш автомобиль N809KA16. Полнейшее говно, но поедем, что-то сейчас прикупим по номерам. Хотя смысл покупать по номерам, если я на E30 долго ездить не буду. Кстати, она валит. Она реально валит. Она прям хорошо едет. Поэтому, что нам будем делать? Давайте сразу посетим вот эти автомастерские. Потому что если мы сейчас поедем сразу на тюнинг, они нам могут сказать, типа, чел, поедь затюнь автомобиль, а мы уже его затюнили. Или похуй. А давайте похер. Двигатель. Фул. Назад. Тормоза. Фул. Коробка передач. Фул. Гудок. Похер. Подвеска. Раллийная. Турбо. Ставим. Ксенон не надо. Колеса не надо. Неон не надо. Тонировка. Надо. А легенькая или средняя? Давай средняя. 3500. Ебать. Дрифт. 16 тысяч. Не надо. Регулируемый ручной тормоз. Не надо. Регулируемые поворотные рычаги. А с хера ли они... А, это по 10 тысяч все, ебать. Я так понимаю, вот эти регулируемые рычаги, это для того, чтобы настроить саму подвеску, как бы по значениям. Это нам не нужно. Так что да, давайте диски выберем. Короче, ребята, я выбрал спорт и космо. Космо за 3 с чем-то. Вот. Вроде выглядит неплохо. Погнали. А цвет? Цвет это где-то... А, вот цвет компонента. Все. А параметры колес это что у нас? Развал, ширина, ширина, радиус. О, вот так нормально. Еще 5000 закинем. Не знаю, на что мы их закинули, но пусть будет. Цвет транспорта, цвет оттенка. Давайте цвет транспорта. Вот, теперь здесь нормально. Если честно, я сначала хотел купить желтую. А типа вот такую. E30, 500 рублей. И цвет оттенка сделать какой-то желтый, либо лаймовый. Темно-красно-матовый. Пусть будет такой вообще посыр. Но я думаю, вот так выглядит неплохо. Только как бы исправить подвеску, почему-то она так перекошена, пиздец. Ладно, я надеюсь, где-то можно это сделать. Хотя где? Без понятия. Обидно, кстати, что нету никакого внешнего тюнинга. Что она просто сразу вся в М3 обвесе и все. Ну мы же М3 покупаем, блядь. Ладно, окей, давайте сядем тогда на обочину. Посмотрим, что по документах. Что вообще по менюшке, блядь, багажник. Ничего нет, спасибо. 75 килограмм, хорошо. Меню ТС. Заведен, парковка, изменить номер. Вот его снять можно. Все, сняли номер, багажник. И в багажник его нахер. Информация ТС. Владелец Павел Дикий, С30, пробег 0,7 километров. 30 тысяч тюнинга. Вышло у нас это хоть 198 тысяч, мы на нее всрали. Вот как-то так все красиво выглядит. Я думаю, больше и не надо. Погнали. Ролик же называется «Самая лучшая тачка», но если вы не видели, там вот по полосочкам, это самая быстрая тачка по соотношению цена-качество. Да, в принципе, по выгляду она самая лучшая, да и в принципе полсервера на них ездит в начале. Так что давайте замерим 0,100, или это херовая дорога для 0,100, но пофиг. Давайте, раз, два, три. Цепляется очень хорошо, кстати, и рулится неплохо. Сейчас вроде переезд должен быть или дальше. Так странно слушать Blue Off на E30. Двести пятьдесят семь было. Давай сейчас на горку выйдем, может больше разгонимся. 259, 260. Для такой карты, по такой дороге, это мне кажется более чем. Да еще за 168 тысяч. Ну ладно, за 200 там с плюс тюнингом. Это вообще неплохо. Это прям охеренно, я бы сказал. Шесть километров я уже ее разбил. Ну ёж. Мам, я машину разбил. Так, оплатить штраф, купить номерной знак. Сколько стоит номер? 20 тысяч. РО там 12, например. Сколько он будет стоить? Окей, 20 тысяч. А если А? Ага, уже в донате, значит, да, у нас? Окей, 2-2-1-2-2, 40 тысяч. 2-2-2-А-А, например. А-А, 600 рублей. А если 77, то вообще 780 рублей. Окей. А если 1-2-3, тогда 400 рублей. А если 2-2-8, 800 рублей.
А, то есть, если 77, то только в донате. А 78 уже может быть в рублях. О, механик. 800. Все, спасибо. Не, заправлять не нужно. 800? А почему я по 1200 делал? Не знаю. Обслуживание, погнали. 670 рублей, погнали. 670 рублей, и она чистая. Так, мы приехали к золотому ключику, который нам может сделать ключ, замена замков, чего? А, то есть мы делаем ключ за 6700, и можем его дать... Долбоёб, Шолина. Блять, на Kia своей, сука, пана покупает, долбоёбы, блять, в автомобилях не шарят, колхозники, еба... Ладно. Короче, покупаете ключик, и можете дать его своему другу. И он как бы сможет управлять вашим транспортным средством, когда вы онлайн. Тоже, блядь, какой-то на приколе ездит. Так, последнее задание. Нам надо свою тачечку припарковать. Вот здесь. Можно как-то так красиво. Вот так, бас. Глушим E, R. Не R, не G, а G. Вот, меню TS. Припарковать. Все, 2000 заработали. Следующее это рыболов. Купить удочку, выловить 50 единиц любой рыбы. Продать рыбу, продать мусор. Ну, это как-то потом. Ну что, ребята, у меня, в принципе, на этом все. Вот такая вот серия получилась. Я надеюсь, она вышла не особо длинной и тебе понравилась. Обязательно пиши в комментариях, как тебе она, как тебе E30. Обязательно заходи играть на этот сервер вместе со мной. Ссылочка есть в описании. Не забывай про промокод EVEN, который тебе даст 100 тысяч после того, как отыграешь 10 часов. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну, с тобой был EVEN. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны, и всем пока. А так-то не херово получилось. Мы с бича прокрутили рулетку, поработали на работе, приоделись, купили тачку, припарковали. Жирно.